Школьные годы – это первая любовь и первые разочарования, первые успехи и неудачи. Лицей номер 3 хранит уже на протяжении 100 лет истории тысячи его выпускников. Эта школа прошла тернистый путь от начальной заводской фабричной до технического лицея номер 3. Основана в 1912 году. До 1926 года она была начальной, фабрично-заводской, а с 1933 года стала средней. Классы маленькие, всего 12 человек. Чернил не хватало. И ребята занимались в основном математикой, письмом и чтением. Из 15 директоров, которые возглавляли школу, 4 человека. Значит, Семенов Николай Павлович, Курышева Клавдия Ивановна, Муртазина Ирина Сергеевна и Шиканова Людмила Владимировна. Это выпускники школы разных лет. В 2009 году наша школа успешно прошла аккредитацию и стала инновационным образовательным учреждением, лицеем с техническим профилем. Среди наших педагогов заслуженный учитель Российской Федерации Псянчина Венера Мамиловна, 2 отличника образования Российской Федерации, это Котельникова Ирина Сергеевна и Мальцева Нина Константиновна, 2 кандидата наук, 3 аспиранта. Лицей номер 3 поистине уникален. 30% всего педагогического коллектива является выпускниками этой же школы. Здесь чтут и соблюдают традиции, заложенные десятки лет назад. Конечно, это в основном направлено на патриотическое воспитание наших учеников. Я хочу поздравить свою школу с 100-летним юбилеем. Пожелаю счастья, чтобы было очень много хороших учеников. Я люблю ходить в школу и видеть каждый день на лицах своих друзей счастье. Мне нравится в нашем лицее то, что есть хорошие ученики и добрые учителя. Для меня мой лицей – это друзья, учителя, но и самое главное – учеба.